Привет, дорогие друзья, я Фикс Прайс, Санкт-Петербург, пятилеток, дом 8. Очень много новинок, приятных таких, полезных. Приятного просмотра. Корзинки хозяйственные с ручками, с перегородками. Для пищевых продуктов не годится. Так что можно для шампуней, гелей, для какой-нибудь бытовой химии. Вот есть расцветочки, размер 20 на 17, 55 рублей. Кастрюля из жаропрочного стекла на 2 литра с крышкой. Можно использовать микроволновки, духовки, посудомойки. Максимальная температура 270 градусов. Производство Россия, 299 рублей. Очень удобно, сделали стенд со всякими заколочками, ободками. Все видно. Очень милые заколки для волос, для девочек. Заколочки двухсторонние, их 4 штучки. С разными фруктами, вот клубнички, ананасики, морковка, авокадо. Что там? Что-то там еще виднеется. Бананчики и персики. Стоит это все 77 рублей. Резиночки для волос 3 штучки. Они очень мягкие и прекрасно тянутся. Есть разные расцветки. Цена 55 рублей. Так, резиночки для волос. Здесь в наборе 5 штучек. Тоже разноцветные, мягкие, хорошо тянутся. Состав полиэстер, резина и АБЦ. 55 рублей. Здесь тоже, также появились расчески деревянные с деревянными зубчиками по 149 рублей. Посмотрите, это что-то очень интересное. Это шапочки для волос, для косметических и гигиенических процедур. Они очень мягкие и отлично тянутся. Есть розовые с ушками. И сиреневые тоже с ушками. Состав полиэстер, нейлон и резина. Цена 149 рублей. Маска для глаз. И в упаковке 2 штучки. Можно использовать в охлажденном виде. Охладить в холодильнике 30 минут. Для снятия отеков и усталости глаз. Или в нагретом виде. Можно греть в микроволновке 20 секунд. Как видите, они разных форм и видов. Авокадо, клубнички. Состав ПВХ, полиэстер и гель. 77 рублей. Посмотрите, это что-то новенькое, чего только не придумают. Это силиконовые палочки для чистки ушей и коррекции макияжа, многоразовые. Их 2 штучки в наборе. После использования их надо помыть, высушить и обратно убрать в футляр. Состав АБЦ, ПП и силикон. Цена 77 рублей. А вот эта новиночка очень полезна для тех, кто собирается в дорогу, в поездку. Тут 3 флакончика. Внутри есть стикеры. Можно приклеить, что будет находиться в каждой бутылочке. Подойдут для шампуней, кондиционеров, лосьонов или жидкого мыла. Цена 99 рублей. Приехали новые косметички. Они совершенно прозрачные. Но плотные, хорошо держат форму. Видно будет все, что там лежит. Состав ПВХ, ПУ, полиэстер и сталь. Закрывается на молнии. Отличается вот расцветком вставочек. Цена 199 рублей. Покажу вам обзором, сколько там носочков всяких разных женских. Все такие тоненькие, хлопковые. Коротенькие, до щиколотки. Вот есть на пяточке с рожицей. В общем, выбор очень огромный. Цены от 55 до 77 рублей. Вы посмотрите, что к нам привезли. Я даже сначала не поняла, что это. Это, оказывается, подставка с колбами для цветочных композиций. Внутри 5 стеклянных колб. Видимо, туда налить водичку, и можно создать интересную композицию. Сама подставка сделана из фанеры, ну а колбы стеклянные, я уже сказала. Есть несколько форм и расцветок.
вот любовь. Ну, наверное, будет выглядеть это красиво, когда поставить туда ромашечки или еще какие-то цветы. Материал фанера и стекло сделано в России, в Москве. Цены не было. Но, думаю, не дешевле 200 рублей. Смотрите, даже такую нашла в форме сердца. Декоративный ящик на колесах сделан из МДФ сталь ПП. Толстые стенки, мощные колеса, есть ручки. Ящики с разными надписями очень мне понравились. Цена 299 рублей. Новый гель для душа от известного бренда «Морская соль». Гель увлажняет и освежает. Производство Италия, 99 рублей. Гель для стирки цветных тканей. Подходит для всех типов ткани, кроме шерсти и шелка. Литр 477 рублей. Здесь также привезли щетки для уборки унитаза светло-светло-бежевого цвета. Они с крышкой, что очень гигиенично. Ценника также нет. Вот они. Привезли чехлы для гладильной доски. Они полностью на резинке по краю для хорошей фиксации на доске. Состав хлопок, полиэстер и полипропиленовое волокно. Несколько расцветок. Размер 135 на 45 сантиметров. Очень плотные и отлично, аккуратно сделанные. А вот цены я не обнаружила. Извините. Также привезли сюда подушки, сидушки. Вот эти толстенькие с двумя завязочками. 199 рублей. Очень милые, с нежным рисунком, глубокие тарелочки с волнистыми краями. Сделаны очень аккуратно. Диаметр 17 сантиметров. Это опаловое стекло. Посмотрите, какие красивые расцветки. Цена 77 рублей. И привезли пиалы Боул 420 миллилитров. Тоже из опалового стекла. Тоже прекрасные нежные рисунки. Волнистые края. Цена 55 рублей. Друзья, большое спасибо вам за внимание. Спасибо, что смотрите мои обзоры. До скорой встречи и пока.